Минский метрополитен расширил возможности оплаты проезда банковскими картами. С сегодняшнего дня проезд метро можно оплатить картами Белкарт Маэстро. Напомним, рассчитаться за проезд без жетонов и проездных сейчас могут владельцы карт Visa PayWave и MasterCard PayPass. Стоимость аналогична цене жетона. Для оплаты достаточно поднести банковскую карту к валидатору. Помимо банковской карты, рассчитываться за проезд можно смартфоном или иным гаджетом. За последние полгода бесконтактным способом платы в подземке воспользовались свыше 5 миллионов человек.